Не первый раз сталкиваюсь в рецепте с сочетанием нежного филе с жирным беконом. Решилась опробовать такой вариант, и он действительно вкусный. Играет не только вкус, но и текстура. Стоит попробовать. Помимо и так шикарного сочетания, сюда добавляется еще необычная начинка из грибов и сыра. В итоге, снаружи получаем золотистую жирную корочку, а внутри нежную сливочную текстуру, поэтому вам стоит узнать о том, как приготовить фаршированную курицу в беконе. На гарнир подавайте картофель, а также сметанный соус. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Грибы промойте и нашинкуйте слайсами, затем перемешайте их со сливочным сыром и солью. 2. Грудку промойте и надрежьте посередине, сделав отверстие, промажьте филе солью. 3. В центр выложите начинку. 4. Потом заверните курицу полосками бекона, закрепите результат шпажками или чем-то подобным. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки. 6. А потом отправьте блюдо в духовку на 20 минут при 200 градусах, подавайте курицу с гарниром, приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Куриное филе, 450 грамм, шампиньоны, 125 грамм, сливочный сыр, 100 грамм, бекон, 125 грамм, соль, по вкусу, количество порций, 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Буду скучать без вас.